Петя. На сцене Московский вальный джаз-квартет в составе Алексей Наджаров, фортепиано. Павел Фархимов, контрабас. И Петр Талалай. Ударная сторона. Денис Шульгин, скрипка, электроакустика. Вот, и сейчас мы будем интересную музыку играть. Итак, сегодня наш вечер посвящен городской тематике. Это город с его интересными звуками, с его интересными интонациями, красками и прочими всякими разными эпизодами. То, что мы видим, замечаем, но как бы вот не обращаем на это внимания. Итак, сегодня концерт посвящен городским краскам, городским настроениям, то, что можно из обычной пробки, из автомобиля, можно что-то увидеть такое художественное. Это, конечно, кажется маразмом, кажется абсурдом, но это можно сделать. И мы сейчас это сделаем. Итак, и еще наши композиции, как бы наша вот общая композиция из произведений, из вещей, называется Fusion Violin Session. То есть это скрипичная сессия, где будут представлены возможности скрипки, как можно на скрипке импровизировать, что можно подключать и как это может быть. В общем, одним словом, скрипичный полет мысли. Итак, первая композиция так и называется «Город» и посвящается городу Москве. Итак, город. Thank you.
Следующее тоже имеет городской тематики. Конечно, и в общий пит имеется в виду, но следующее у нас называется композиция «Спагетти блюз», посвящена спагетти. Thank you.
Поэтому в качестве темной силы сегодня будет выступать сам Никола Паганини. Ну, конечно, это обманчиво. Был совершенно абсолютно положительный человек. Ну, со своими, конечно же, выкрутасами. Трудно сказать, кто он был на самом деле, но следующая композиция посвящается его энергетике, его дьявольщине, то, как его принимали в то время. А сейчас мы попытаемся изобразить в нашем 21 веке. Итак, тень Паганини. Thank you.
Спасибо. А сейчас мы перейдем к лирике. Композиция называется «Дождь». Спасибо. Сейчас мы обратимся к лирике, но немного другой энергетики, другого склада. Это будет лирика Никколо Паганини. Сейчас прозвучит его фантазия на каприз номер 2.
Спасибо. Теперь экспериментальная композиция, такая психоделика небольшая будет. Собственно говоря, предыдущая тоже такого плана. Итак, так как мы затронули городскую тему, немаловажным элементом города является метрополитен. Поэтому следующая наша композиция посвящается московскому метрополитену, называется «Метро». Thank you.
Спасибо. Но мы не можем все-таки без Паганини обходиться. Поэтому сейчас с моим коллегой Алексеем Нажаром сыграем фантазию на каприз Никола Паганини номер 13, которая называется «Сон». Какой удивительный сон получился. Возвращаясь к нашей коллеге. Так и быть, мы продолжим тематику Никола Паганини. И в завершении первого отделения мы сыграем его самую знаменитую тему.
тема его 24-го каприза. Thank you.
его практика. И тепло помогает. Итак, мы сделаем 15-минутный перерыв и продолжим нашу городскую тематику. Итак, мы начинаем второе деление. Продолжаем тематику города. Я бы хотел сделать небольшую зарисовку. Следующая композиция, вот сейчас, которая будет прозвучать, называется «Просыпающийся город». Причем это не просто просыпающийся город, это действительно реально, если представить самый длинный день, это 22 июня, это 5 часов утра, даже 4 часа утра, солнце уже высоко, и на улице нет никого. А город уже светлый, солнце, а на улице даже дворников еще не поливочных машин. Итак, вот об этом наша следующая композиция. Итак, просыпающийся город.
Конечно же, все знают, что такое черно-белый советский телевизор. Некоторые не знают, конечно, может быть, кто-то и не знает об этом. Следующая наша композиция называется «Старый телевизор». А речь пойдет о старом телевизоре «Горизонт». Старый телевизор. Thank you.
Теперь мы склоним лирику. Тоже будет, ну, не совсем городская тематика, но тематика просыпающегося города. Только действие будет происходить не совсем в городе, может быть, в парке. А может быть, где-то в другом месте, здесь очень красивая утренняя, ранняя природа. Итак, апатит называется «Капли росы».
Спасибо, Алексей, пожалуйста. Продолжаем городскую тематику. Сейчас у нас суши. Японские рестораны, суши, роллы и тому подобное. Итак, это, конечно, композиция написана совсем не под переедание. Суши и роллы. Но она называется «Японские барабаны». Японские барабаны. Thank you.
наше послепаскальное время, самое время сыграть композицию на тему Иоганна Себастьяна Баха. Thank you.
скрипки играют, значит, куда деваться от Паганини? Деваться некуда. Итак, снова Паганини. На этот раз его фантазия на каприз номер 10. Thank you.
теперь вечное движение. Thank you.
Спасибо, это было вечное движение. Вчера православные люди отмечали Пасху. Поэтому вот у нас произошла ночная репетиция. Очень интересное событие произошло. Как раз ровно в ноль мы репетировали как раз к этому концерту прелюд из ми-мажорной партиты. А как известно, Бахом написан прелюд из ми-мажорной партиты был как раз по Рождеству Христа. То есть Христос воскрес. Да. Да-да-да. Я по воскресенье совершенно, извините, перепутал. Итак, ми-мажорная партита Баха, прелюд. Итак, Алексей Наджаров.
Всех поздравляю. Это была финальная композиция сегодняшнего вечера. А что просит общественность? Что еще? Вот. Хотите сыграть дождь? Хорошо, будет дождь. Итак, я хотел бы все-таки еще более интересно представить Алексей Наджаров. Лауреат международных главных фестивалей конкурса. Профессор Московской консерватории. Экспериментальный факультет электронной музыки. Павел Прокимов. Контрабас. Попросил просто контрабас. Петр Талалай. Ударный инструмент. Известный джазовый музыкант в Москве. Не только в Москве, в России. Во всем мире. Итак, как называется, под занавес, написано, сыграем дождь. Thank you.
Спасибо. Еще у нас еще попросим. Спасибо. У нас есть свой сайт yodeljazz.ru, так что милости просим, заходите на сайт, смотрите наши обновления, наши разные анонсы и прочее. Так, спасибо.